Здравствуйте, с вами фитотерапевт Коротков Андрей Васильевич. И тема нашей сегодняшней беседы – преимущество нашего сорбента, сорболюта, перед аналоговыми на рынке. Что такое сорболют? Сорболют – это продукт энтеросорбент, минеральный комплекс. И он разработан на основе розовой глины. Розовая глина, по-другому называется, монтмориланит. В честь того города, который впервые была обнаружена эта глина, монтмориланил. Эта глина содержит в себе комплекс микроэлементов, такие как натрий, калий, магний, железо, кремний, селен, кальций. Вот. Кроме того, это кремнезиум, это силициум. И благодаря кристаллической решетке сорбента, она удерживает в себе комплекс микроэлементов, и попадая в полость рта, сорбент, во-первых, укрепляет десна. За счет открытых кальциево-ионовых каналов, ионы кальция попадают через кальциево-ионовые каналы в эмаль зуба и укрепляют ее, профилактика кариеса. Кроме того, в полости рта каждого человека есть не меньше 300 бактерий, грибков, вирусов и паразитов. Они вырабатывают токсины. В первую очередь это зубная амеба, это ротовая трихомонада. Благодаря их жизнедеятельности и присутствию из полости рта на зубной эмали, на шейке зуба, образуется зубной камень. В результате их жизнедеятельности со временем эти корневая шейка она ослабляется, теряется связь с деснами и может привести к потере зуба. Сорбент очищает полость рта от токсинов, попадая в пищевод, желудок, тонкий кишечник. Он тонким слоем обволакивает слизистую тонкого кишечника и защищает ее от вредных агрессивных факторов, таких как желчь. Кроме того, сорбент увеличит объемные процессы переваривания пищи, стимулирует послизистый слой тонкого кишечника, где находятся первые бляшки, стимулирует синтез иммуноглобулинов А, М, Е, G. Кроме того, сорбент, обволакивая эпителий тонкого кишечника, каемчатые эпителии, он начинает фильтровать капилляры тонкого кишечника и фильтрует на свою матрицу, на свою кристаллическую решетку, фильтрует токсины, бактерий, грибков, вирусов, паразитов. Кроме того, фильтрует и вытягивает соли тяжелых металлов, такие как свинец, ртуть, цезий, торий, радий. Взамен за счет катионно-анионных связей он одномоментно отдает это микроэлементы калий, натрий, магний, железо, кремний, селен, кальций. И благодаря этому идет оздоровление всего организма. Далее, попадая в толстый кишечник сорбент, он разрушает каловые камни, восстанавливает моторику тонкого кишечника. Кроме того, соли кремния, всасываясь в стенки тонкого кишечника, они фильтруются через почечную ткань и растворяют камни в почечной ткани, растворяют камни в желчном пузыре. Поэтому влияние на весь организм очень благотворное и полезное. Фактически, применяя постоянно наш сорбент, вы полностью восстанавливаете показатели крови и мочи. Идет иммуномодулирующий эффект, идет противовоспалительный эффект, идет при пищевых отравлениях эффект. А также за счет минералов, таких как кальций, кремний, селен, магний, идет восстановление костной ткани, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной мускулатуры. Восстанавливается функция половая функция, эндокринная, секреторная, гормональная. Влияние всего сорбента на организм неоценимо. Кроме того, сам продукт изготовлен на структурированной воде с показателем ОВП минус 200, это окислительно-восстановительный потенциал, слабый щелочной раствор, это 8,3-8,6. Благодаря этому мы приобретаем новые свойства продукта, антиоксидантные свойства. И сорбент, в отличие от аналоговых на рынке, которые обладают или сорбирующими свойствами, или дезинтоксикационными свойствами, сорбент – это 4 в одном. Первое – антиоксидантное. Второе – это выведение токсинов, бактерий, грибков, вирусов, паразитов. Третье – это выведение солей тяжелых металлов, свинец, ртуть, цезий, торий, радий. И четвертое – это восстановление минерального обмена натрий, калий, магний, железо, кремний, селен и кальций. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч!